Здравствуйте! В эфире Пушкинского телевидения информационная программа «Наши новости» в студии Лидия Михалева. Спонсор нашего выпуска – клиника Гусарова. Спина болит, суставы, голова – в клинику Гусарова пора. Неврология и восстановительная медицина в Пушкино. А сегодня в выпуске вы увидите. Результат не налицо. Александр Тропин остался недоволен итогами очередного объезда. Больше, чем квартет. Коллектив Ситена на концерте для творческих экспериментов собрал друзей. А теперь об этом другом более подробно. Первый субботник назначен на 28 марта, но уже в минувшую субботу почти 200 человек вышли на уборку улиц. Это были сотрудники управляющих компаний и владельцы торговых точек. Глава района Александр Тропин в тот же день пешком обошел город и проверил, как идет уборка. Здесь мы можем щеткой проехать грязь вот эту собрать? Сейчас дадим тебе территорию, тоже город наш. Помещайте, надо убирать эти машины, щеткой промоем. Ну, уже грязи другой не будет. Надо просто сейчас ее или лопатами собрать, или щеткой куда-то убрать. Сам по себе, да? И вот личное желание личное навести желание, порядок. Да, вот, да. Молодцы, а где живете? Правда. Правде? Да нет, я тут просто охраняю и убегаю по территории. Хотя вот. Это не это городская, но все равно убрал там. Видите, они же там работают, у них сегодня вся очистка. Ну, в течение дня, может, в течение дня, обратите себе внимание, вот по правой, или по правой стороне, ближе к домам. Еще долги написать, да? Если есть. А где здесь мусор собирается? Неоднократно этот адрес направлялся в ОВД, они у нас занимались вопросом проверки организации, занимающихся приемом цветных металлов, и они закрывались. Я думаю, что сегодня они просто в расслабленном состоянии, потому что выходной день. В прошлом году фотографировал, ездил сам лично и говорил, мусор, мусор, мусор. Вот смотрите, год прошел, вся зима прошла. Пойдемте, я вам этот мусор покажу. Ничего не изменил. Проблема связана с тем, что это многоквартирный дом, и здесь как бы очень сложно было оформить земельный участок с расширением торговых площадей. Не знаю, что они думают на сегодняшний день. Мы, конечно, их все время склоняем, потому что эти палатки нужно срочно отсюда убирать. Не знаю, обещали приступить к ремонту магазина в этом году. Мы надеемся, что приступим. Ремонт. Вот это, допустим, это принадлежит теплосети. Я тоже должна его ремонтировать. А вот это вот все. Это довольно-таки большая территория. В свое время, когда здание строилось, мы облагородили это все. Ну а теперь дальше-то как? Вопрос хороший. Я вас жду с документами. На любой день ко мне приходите, посмотрим ваши картинки, что вы предлагаете. У нас сегодня в городе бардак с
которым мы будем заниматься целых 2 месяца. Но найдем порядок, чтобы это не стоило. Потом всех жителей тоже буду приглашать, агитировать, проводить субботники. Самое простое – мешки, перчатки, и каждый день, и субботники, и воскресники работать, работать и работать, пока не наведем порядок. Коллектив балалаечников «Ситенна» уже не один критик назвал виртуозами своего дела. За недолгое время существования на сцене они полюбились многим слушателям. Для них музыканты решили провести необычный концерт с участием отечественных и зарубежных исполнителей. Все приглашенные артисты – хорошие знакомые и друзья коллектива. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердце стало. Я солист Московского государственного академического музыкального театра имени Натальи Сац. С ребятами мы познакомились совершенно случайно на одном благотворительном концерте, можно так сказать. И с тех пор мы дружим. Вот сегодня у нас 5-й концерт совместный. И надеюсь, что со следующего года мы как можно больше будем выступать не только в нашем Пушкинском районе, но и в Москве. Она захотела владеть инструментом балалайка и пришла ко мне с вопросом, что хочет научиться играть на балалайке. Я ей дал достаточное количество уроков, а потом мы разговаривали, она сказала, что танцует. И оказалось, не просто танцует, а профессионально этим занимается. И изучала танец Индонезии в Индонезии. И 12 лет она уже танцует. Я думаю, что это достаточно долгий срок, чтобы стать профессиональным исполнителем на сцене. 今日の演目は、極楽鳥の踊りチェンドラワッシュというダンスなんですけれども、南の国の島に住んできれいな鳥が、求愛って、求愛のダンスをしているんですけど、本来は2人で踊る踊りを1人で感謝の気持ちを込めながら踊ります。 Еще в репертуаре японское произведение было с самого начала. Произведение о море и о лете. Вы его прекрасно знаете. «Самое синее море» называется. Композитор Миагава. Вот с него начался наш путь как ансамбля. Да, ну и ансамбль, название решили оставить «Ситен». Я просто играю в оркестре, в народном, в музыкальной школе. Вот. И пришел новый руководитель Максим, и он мне предложил с ними посотрудничать. Я, конечно же, сразу согласился, потому что такую возможность упускать ни в коем случае нельзя. Вот. Ну и сейчас вот уже отыграли 3 концерта мы. Я безумно счастлив, что с ними работаю, потому что это огромнейший опыт и просто неимоверно интересная работа. Thank you.
Бизнес-завтрак. Такой формат встреч со своими партнерами стал традиционным для регионального отделения «Север» компании «Мегафон». Цель встречи – взаимный обмен информацией. Крупнейший сотовый оператор презентовал свои новые возможности и услуги. В ответ получил пожелания от партнеров. Устройство относится к новому классу, объединенных под названием «Фаблет». То есть это объединение двух слов – планшет и таблет, собственно, смартфон и планшет. Главное достоинство новинки – это, несомненно, огромный экран 5,5 дюймов, что является преимуществом перед смартфонами. Предложил Мегафону предоставлять услуги фиксированным операторам связи, тем интернет-провайдерам, которые работают в городах, в том числе с использованием сотовой сети. То есть часто возникает необходимость нам, у наших клиентов, в мобильной связи, и они хотят получить услугу в комплексе. Надо пользоваться, надо смотреть. Ну, вообще они молодцы, сделали, на мой взгляд, хороший продукт по доступной цене. Мы предлагаем решение, которое позволяет мониторить местоположение сотрудника, используя всего лишь мобильный телефон, сим-карту Мегафон. Все это происходит в режиме онлайн. Где находится? Был на встрече, не был на встрече? Когда пришел с работы, когда ушел с работы? Вариантов применения просто масса. Достаточно удобные такие встречи, потому что не обо всех услугах есть оперативная возможность узнавать. Вот, а здесь оператор очень удобно рассказывает о новинках своих услуг, о новых предложениях, о возможных акциях. У нас используется мобильная связь, услуга контроль кадров. Стало удобно мониторить, где кто куда ездил, было ли действительно на объекте. Да? То есть, также абонентам стало удобно говорить, что вот они там были до какого-то времени, то есть задержались на работе. То есть можно было обосновать, что там, или предоставить отгулы на следующий день сотрудникам. У Мегафона есть очень хороший бонус, в отличие от других операторов, то есть по документам. Нет никаких претензий, то есть очень четко понятно по количеству, за что платишь, за какие услуги. Компания уже наша давно вышла за рамки представления только мобильных услуг, и на сегодняшний день мы являемся универсальным оператором, который для наших бизнес-клиентов предоставляет весь комплекс услуг. Буквально в декабре
Компания Telecom Daily проводила независимую экспертизу, и мы продолжаем занимать, как и в 2013 и 2012 году, первое место по передаче данных. Еще в конце года компания «Мегафон» получила премию тоже по результатам исследования ассоциации «Клик» как лидер клиент-ориентированного бизнеса 2014. Это среди всех сотовых операторов. Санаторный детский дом номер 39, расположенный в поселке Зеленоградский, 28 марта в 11 часов 30 минут проводит День аиста для граждан, имеющих заключение органов опеки и попечительства о возможности быть усыновителями, опекунами-попечителями, приемными родителями, а также граждан, желающих посетить детский дом с целью знакомства с детьми. Найти детский дом номер 39 можно по адресу: Пушкинский район, поселок Зеленоградский, улица Железнодорожная, дом 2А. Телефон для связи 8-495-993-57-34. И на сегодня это все новости. Я напоминаю вам, что спонсор нашего эфира – клиника Гусарова. Спина болит, суставы, голова – в клинику Гусарова пора. Неврология и восстановительная медицина в Пушкино. На этом я, Лидия Михалева, с вами прощаюсь. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.